Товарищ капитан, старший лейтенант Колесников по вашему приказанию прибыл. Вольно. Комбат говорил, что вы лучший среди его танкистов. Разрешите не согласиться? Не разрешаю, Старлей. У меня есть для тебя особое поручение. Можно сказать, поручение чрезвычайной важности. Сегодня в 6 утра наш разведчик засек американский танк М1А1 «Абрамс» в нейтральной зоне. Знакомы с этой техникой? Да, пару раз видел через прицел. Так вот, по всей видимости, он подорвался на мине, и экипаж был вынужден его покинуть. По данным радиоперехватов, американцы собираются эвакуировать его в ближайшие 2 часа. Мы не можем себе позволить упустить такой шанс. Неплохо было бы попробовать его захватить и доставить к нам на базу. Как думаешь, это реально? Справитесь? Надо посмотреть. Добро. Собирай своих ребят и выезжайте. На всякий случай возьми с собой сапера. Танк могли заминировать. Есть. Всем привет. Мы продолжаем проходить игру Operation Flashpoint, миротворец. Так, миссия у нас будет по спасению танка. Пойму, где на один бра Абрамс. Надо будет его доставить на базу. Так, в дневнике у нас ничего нету. База это... Ясно, вот тут где-то танк у нас. Сейчас мы поедем как раз к нему. Ну все, дальше нейтральная полоса. Сейчас нас будут, скорее всего, бомбить. Так. Направляемся к танку. Да, вот начали. Начали бомбить нас. Прицельно долбят. Так, выехали на какую-то дорогу, чтобы побыстрее доехать. Надеюсь, они хотя бы нас там не будут бомбить. Ага, вот и танк. Сейчас мы к нему как раз подъедем. Так, вот, кажется, и наша цель. Пора приниматься за работу, мужики. Давайте, парни. Старший лейтенант, вы только сразу в танк не лезьте. Дайте мне проверить. Американцы могли его заминировать. Да, давай. Сразу видно, что на нашу мину наехал. Сильно же его потрепало. Трак слева разбит. Да это ерунда, я его в 2 минуты починю. Твою мамулю, да здесь все заминировано. Подождите-ка, не подходите близко к танку. Мне нужно его почистить. Так. Готово. Абрамс чист, можно начинать работу. Давайте начнем работу. Отлично. Теперь можно заняться осмотром. Так, что за рычажки, блин? Никогда таких не видел. И надписи все по-басурмански.
Ага. Или топливные шланги пробиты, или эти гады горючку слили. Горючее-то по нулям. Так-так, приборы в порядке, кажется. Поворотный механизм башни в норме, прицел на месте. Ага, а вот и блок наведения. Тоже цел. Рация на месте, но не рабочая. Ну и сиденье, черт, они что, в армию карликов берут? Да, но общее заключение положительное. Клиент будет жить. Этот стул прям мне по руке дает. Доставить на базу. Ну, горючей-то нет. Вот только где же горючки взять? Вот тоже вопрос. Нет, нет, не третий, я перепутал. Так. Наверное, они должны откуда-то отсюда прийти. Да, слышу уже. Будем встречать. О, грузовичок даже есть. Кажется, умер. Вот и топливо. С американцами. Вот черт, кажется, влипли. Да у них там тяжелая артиллерия. Вперед. Target 0, 6. Нет. База вызывает странника. Прием. Странник на связи. Прием. В вашу сторону направляется вертушка противника. Вас опознали. Как поняли меня? Прием. Вас понял. Конец связи. Так, быстро сваливаем отсюда. Ну чё он не едет? Out of fuel.
Где это поганец? Поганская вертушка. Сейчас там ее и собьем. А черт промазал. Боты они меткие, они сейчас хорошо выцелят. Вот и все готово. Мне только не нравится, что этот третий вот никак не хочет. Придется все самому, как всегда, делать. Не-не-не-не-не-не. Да чё я постоянно в этот заправщик-то сажусь? Мне нужно в танк. One, status red. One, out of ammo. Three, tank commander, get in Abrams. Roger. Machine gun. Вперёд. Танки грязи не боятся. Там у нас поле минное. Опа-на. Нет, ничего страшного. Ничего страшного не случилось. Наверное, очень близко прилетело, но все равно не задело. Нет, опять я не туда еду. Все, перестали долбить. Можно сказать, миссия завершена. Упс. Вас понял. Добро пожаловать домой. Все, готово.